Тайсон, Ариэль, Крош и Злата. А вместе квартет артистов водного шоу «Байкальских нерп» приветствует жителей Чебоксар. Первый передвижной нерпинарий вовсю развлекает жителей и гостей столицы Чувашии. Его герои приготовили зрителям настоящее шоу. С первого номера нерпы рассказывают о своей родине Байкале и его вкусной рыбе. Многие артисты не только поют, но и танцуют. Любимый танец нерп – зажигательная ламбада. Каждый артист этого шоу особенный. Например, вот этот крепыш Тайсон самый сильный, а изящная Ариэль очень активная. Она и на трубе сыграет, и картину нарисует. Они такие миленькие, мне понравилось. Ариэль, у нее такие большие глаза. За питанием нерп следят с особой тщательностью. Все только самое свежее. Хамса, салака, горбуша. Каждый из артистов съедает по 4-5 килограммов рыбы в день. Кстати, нерп невозможно заставить что-то делать, поэтому трюки они выполняют только если сами захотят. А вот и главный секрет. Они очень любят лакомства, так что за вкусную рыбку могут и мяч в кольцо закинуть, например. Это называется методикой положительного подкрепления. А сейчас смертельный номер. Тайсон исполняет прыжок дельфина. Зрители от такого номера просто в восторге. Как оказалось, и сами нерпы любят выступать на публике. В природе к нерпе не подойти. Они очень пугливые, уходят в воду. Но наши нерпы с самого рождения с человеком, они социализированы. Поэтому они очень любят общаться и немножечко обливать, баловаться и смотреть на людей. Впечатлять людей. Впечатлять людей им определенно удается. Это было очень потрясающее выступление, даже не знаю, что сказать. У каждого свой талант. Мне очень понравилось, они очень воспитанные и умные. Они все своим характером, они все такие разные и так интересно двигаются. Какие-то свои таланты есть, все очень здорово. Выступление байкальских нерп сейчас в самом разгаре. С каждым днем количество восторженных зрителей растет. А если вы еще не успели лично познакомиться с ластоногими артистами, не расстраивайтесь. У вас еще есть такая возможность. Нерпы пробудут в Чебоксарах до 26 августа. Их шатер находится на нижней парковке торгового центра «Мегамолл». Шоу идет со среды по воскресенье включительно.